У этого норвежского сыра очень необычный вкус и цвет, тем не менее он точно придется по вкусу каждому. Это традиционный простой рецепт, и для его приготовления нужно всего два ингредиента. Такой традиционный норвежский сыр обязательно должна уметь приготовить каждая хозяйка, ведь это совсем просто, зато вкус, вид и аромат сыра разнообразит как завтраки, так и закуски, поэтому я расскажу вам, как приготовить бруност, коричневый сыр. Обязательно возьмите свежую сыворотку и свежие сливки, чтобы сыр получился, его очень хорошо кушать с гренками и кофе утром или брать с собой на легкий перекус, так как такой сыр очень питательный и полезный. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. В этом рецепте используется только два ингредиента, обязательно свежих. Для начала налейте в кастрюлю сыворотку и поставьте на средний огонь на 1 час 15 минут, чтобы масса уварилась. 2. Добавьте туда сливки и периодически помешивайте до готовности, со временем жидкость станет гуще, а через 20 минут начнут образовываться комочки, это нормально. 3. Постоянно помешивая, проварите сыр еще 10 минут до вязкого состояния и темного коричневого цвета, он должен быть немного похож на сгущенное молоко, разложите сыр в силиконовые формочки и отправьте в холодильник до утра. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Сыворотка, 1,5 литра. Сливки 35%, 350 миллилитров. Количество порций, 3-4. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Пусть вам сегодня повезет.